Hello again, dear students. We continue to talk about healthy habits, and today we will have got checking our vocabulary about healthy habits and healthy lifestyle, and then we will talk about bullies. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы. И сегодня тема нашего урока – это небольшая словарная работа по теме «Здоровые привычки и здоровый образ жизни». И кроме этого мы поговорим о теме «bullies». Слово «bullying» обозначает некую физическую травлю в школе, а «bullies» – это те самые хулиганы, которые этим занимаются. И вот об этом мы сегодня поговорим. Узнаем некоторые новые слова по этой теме и прочитаем небольшое стихотворение. Итак, давайте начнем с нашей словарной работы. Dictation. Please prepare your copybooks and write down the phrases that will appear in this video one by one. Приготовьте рабочую тетрадку. Одна за другой здесь будут появляться какие-то слова и фразы. Ваша задача – записывать эти фразы на английском языке. Фразы на русском, вы их переводите на английский и записываете. Let's start. Number one. Избегать сладких напитков. Если мы записываем глагол в инфинитиве, не забываем ставить перед ним частицу to. Number two. Делать утреннюю зарядку. Можете поставить видео на паузу, вспомнить, записать и потом продолжить. Number three. Источник энергии. Number four. Делать ваше тело сильнее. Number five. Полный желудок. Number six. Хорошо спать ночью. Number seven. С высоким содержанием белков. Eight. Вам следует сходить к врачу. Вспоминаем модальные глаголы. Какой из них обозначает именно мягкую рекомендацию? И используем его в этом предложении. The next. Нанести вред зубам. И последнее. Есть домашнюю еду. На этом диктант закончен. И мы продолжаем. Начнем с новых слов. Это те слова, которые нам нужны в рамках темы bullies. Первое слово boss. Босс. Это начальник, босс, некто главный. Второе слово. Bully. Bully. Хулиган. Задира. Третье слово. Punch. Punch. Ударять. Бить. Slave. Slave. Это раб. Stamp. Stamp. Штамповать. Шестое. Stomach. Stomach. Мы знаем, что это живот. И последнее слово. Weak. Weak. Слабый. Итак, давайте продолжим. А наша задача прослушать данное стихотворение и попробовать понять его основной смысл. Давайте приступим. Bullies. By Chloe Wynn. Bullies in the playground, bullies in the street. They'll punch you in the stomach, they'll stamp on your feet. Don't let them feel big, they're not the boss of you. Don't act like they're slave, 'cause they can't tell you what to do. Stand up to your fears. You're not the weak, mild petal. You're the big, strong tree stem. Итак, стоит отметить, что слово stamp, которое переводится как штамповать, в данном контексте обозначает наступать. Stamp on your feet.
топать по ногам, наступать на ноги. Я думаю, что с этим все понятно. Попробуйте еще раз прочитать, понять общий смысл и попробуем выполнить еще одно упражнение. Какие именно советы даются у нас в этом стихотворении? Посмотрите, сравните. Если вы обратили внимание, то здесь использовано настоящее простое время, то есть используются глаголы do и don't. Don't let them be feel big, например. Не позволяйте им чувствовать себя большими. Don't act like they're slave. Не ведите себя, как их рабы. Или же просто глаголы в повелительной форме. Stand up to your fears. Встань над своими страхами. Будь выше страхов. И наша задача сейчас попробовать на базе этого стихотворения составить некоторые советы, используя модальный глагол should в качестве рекомендации. Давайте посмотрим, как примерно это должно выглядеть. Итак, давайте послушаем. Используем или should, или shouldn't. You should stand up for yourself. You shouldn't do what they say. You should tell a parent or a teacher. You shouldn't give them any of your money or possessions. You should ignore what they say. You shouldn't let the bullies win. You should believe in yourself. Например, you should believe in yourself. Последний пример. Вы должны верить в себя. You shouldn't let the bullies win. Вы не должны позволять им побеждать. You shouldn't listen to the bullies. Вы не должны слушать хулиганов, слушаться их. И так далее. В этом же контексте попробуйте составить несколько предложений с модальным глаголом should. Это выполняем письменно и отправляем мне на проверку. Итак, сегодня урок, возможно, получился немножко невнятным, потому что тема довольно сложная, но дается она совсем вкратце. Мы с вами сегодня повторили модальный глагол should. Мы узнали какие-то новые слова из темы про хулиганов. И я надеюсь, что в начале урока мы с вами вспомнили те слова, которые нам понадобятся в нашей контрольной работе по теме «Здоровый образ жизни и здоровые привычки». Если у вас есть вопросы, не стесняемся их задавать в комментариях. Спасибо за внимание. Thanks for your attention and goodbye.